Игорь Романов родился 25 августа 1915 года в Казани в семье врачей. В 1932 поступил на физико-математический факультет Казанского государственного университета. По окончании вуза с отличным дипломом был оставлен ассистентом кафедры экспериментальной физики. Одновременно с 1940 года занимал должность заместителя декана факультета. В 1941 году Игоря Романова призвали в ряды рабочей крестьянской Красной армии, и он стал участником Великой Отечественной войны. Служил в составе 146-й стрелковой дивизии начальником разведки 280-го артиллерийского полка, помощником начальника штаба артполка и командиром арт-дивизиона. Участник сражения под Москвой, Смоленской операции. Во время боя за деревню Фомино вызвал огонь на себя, когда немцы стали окружать его передовой наблюдательный пункт. За этот подвиг его наградили медалью за отвагу. Во время проведения Смоленской наступательной операции награжден орденом Отечественной войны второй степени. После освобождения города Спас-Деменск был тяжело ранен, ему оторвало правую ступню. В 1944 году, едва оправившись от ранения, он вновь включился в активную работу в стенах Казанского государственного университета. Именно Игорь Романов стоял у истоков кафедры радиофизики и внес большой вклад в восстановление учебного процесса после войны. Выдающийся профессор подготовил 10 кандидатов и одного доктора наук. Он являлся одним из научных руководителей снежных десантов географического и физического факультетов. Заслуженный деятель науки и техники Татарской автономной Советской Социалистической Республики в 70-е годы стал почетным гражданином города Спас-Деменск Калужской области как один из первых освободителей города.